В Ленске в Доме культуры «Юность» торжественным концертом отметили День учителя. О том, как прошел концерт, расскажут наши корреспонденты. В этот день чествуют людей, посвятивших свою жизнь одному из самых важных и благородных на земле занятий – учительскому труду. Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека. От педагога и наставника его профессиональных человеческих качеств во многом зависит судьба учеников. В системе образования Ленского района трудятся профессионалы, мастера своего дела. Педагогический стаж многих педагогов заслуживает уважения. Уважаемые педагоги, выражаю вам большую благодарность за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих удач, искренней любви ваших учеников. С праздником, с Международным днем учителя! В этот день знаком почетного работника за значительные успехи в организации и совершенствовании воспитательной деятельности, грамотами, ценными подарками и знаками отличия были награждены педагоги школ города и района. Немало теплых слов и слов благодарности за неоценимый труд педагогов прозвучало в этот день. Торжественные поздравления были подарены всем учителям и творческими коллективами города. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.